тренировки сегодня была основная цель. Это совершенствовать навыки, знания персонала, сотрудников детского сада при действиях, при эвакуации детей. И, конечно, дать какие-то первоначальные навыки, какие-то знания детям при эвакуации. Видел это специалист отдела надзорной деятельности Денис Владимирович, все расскажет. Так, ну, начну с хорошего, да? Давайте. То есть, молодцы, в принципе, действия были уверены, что самое главное, да? То есть, эвакуировали всех, то есть, без каких-то заминок, без столпотворения, да, то есть без паники у детей, у руководителей, у воспитателей. То есть это все хорошо. Во временные рамки, в принципе, уложились. То есть, как бы, это все тоже нормально. У меня одно маленькое замечание. То есть работа добровольных пожарных наших. То есть вот их действия, да, были, ну, скажем так, на 3 с минусом. Я предлагаю такой вариант, да, то есть еще раз их отправить к нам на обучение, чтобы именно уже рассмотрели такой вопрос, как тушение пожаров.